пустишь. Я понимаю, Линда. Я понимаю. Иди, вон, занимайся. Ну что? Садись там со мной. Садись со мной. Садись, я сяду с тобой. Садись сюда. Линда, ну смотри, ты стекло испачкала. Ай-яй-яй. Да. Ладно, Линда. Я пошла туда проверить. Мне там надо посмотреть. Друзья, добрый день. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Добрый день, дорогие друзья. Мы как раз находимся сейчас возле вольера с японскими макаками. Очень интересные обезьяны. Да, это единственные обезьяны, которые не боятся холода. Они спокойно переносят зиму, сидят в термальных источниках, греются. Иноземные, они не лазят по деревьям, как большинство обезьян. Я пришла к ним с интересным угощением. Обезьяны едят рыбу. Японские макаки любят рыбу. Потому как они сами неплохие ловцы. Дети, кто еще? Подходим, пожалуйста, не стесняемся. Не дает подобраться остальным. Парниша, отойди, пожалуйста. Совесть имей. Вот так. Санька, а ты что песню поешь? Саша, а это что такое? Мам, смотри, вот смотрите, дорогие друзья, у нас есть вот такие трубы для корма, куда опускается еда, подписано. Но почему-то всем хочется бросать через клетку просто так. И получается, что к концу дня у нас куча продуктов. Я не против, угощайте. Ну, будьте добры, угощайте, как положено, через кормушечки. Лучше не рисковать. Японцы очень сильные. Хватит за палец, палец останется у них в руках. И кому это, скажите, на минуточку надо? Мам, пошли жирафу, пожалуйста. Саша, ну что ты мне поешь песни? Саня, ну что ты, мой маленький, ой, что ты мне смотри, песни смотри. Поешь? Я тебя тоже люблю. А они вот такой корм едят? Нет? Эти обезьянки. Едят. Можно пожалуйста, же? Через кормушку и тебе приеду. Да, вон туда вот, да. Чуть-чуть. Ну, видишь, рыба? Кстати, Бодя, можешь посмотреть? Капуцина тоже с удовольствием. Да, и Саша, тебе. Ну что, тебе перепала и рыба, да? И тебе еще. Да. Ну что ж ты две сразу. Санчик, ну давай. Певец ты мой дорогой. Ну и жадный же, жадный. Две руки. Возмущаются японцы. Парниша, не ругайся, я к тебе сейчас дойду еще. Вкусно, Саш? Санчес, вкусно, да? Это не магадагаскарский трекар. Это вам не близко. Да, ты рады? Саша, рады, рады. Рады, рады, мать. Иди почеши. Ешь. Тебе еще? Ну на тебе еще. Ну ты же то еще не доела. Что, парниш, тебе тоже надо? Держи. Держи, мой маленький. Вот так. Саша, не ругайся. Куда вы его в порцию отдаете? С соседями надо жить дружно. Так, в японских макак в рационе рыба есть.
И тебе. Вот так, вот так. Ну, очень вкусно. Пойдем, пойдем, пойдем. Санчес, ну что, доедай давай. Закончилось. Ай-яй-яй, что уронил? Давай, бери, хорошо. Достаем? Наелись, да, детки, наелись? Все, желающих нет? Есть. Доставай, вот, все. Извините. Зато, дорогие мои, у меня еще есть очень интересное угощение для вас. Да, у нас жареный арахис. Они тоже очень любят орешки. Пожалуйста, угощайтесь. Собираем. Кому перепадет больше, да, сразу? Да нет, они как-то дружно. Ну, не как гамадрилы, где один самец, как наш на фане, садится у кормушки и потом, пока не набьет полные щеки, не уйдет от кормушки. А эти делят относительно. Кто хочет, тот подойдет и возьмет. А как эпично сзади ходит тигр. Да. И они с ним тоже налаживают отношения. По-соседски.